Всем привет, это NanoLife. Сегодня у нас 10 марта. И начали мы заниматься уже мелиорацией. На сегодняшний день, перед обедом, у меня накрылась прокладка блока головки. Вот если видите, погнало масло. Масло. Сейчас поеду в мастерскую на ремонт. Если будет возможность, я сниму. Вот, меня сейчас будет буксировать погрузчиком Фергюсон. Сейчас пойду покажу, что мы сделали на мелиорации. Вот то, что мы вытащили из дренажной трубки. Это корни ивы, так называемая мочалка. Вот, собственно говоря, эта ива росла, которая забила дренаж. Вот мы раскопали шуруп. Трубки это 120. Вон видно, как идет вода, но это не очень хорошо. Он должен полностью идти в это время года с хорошим большим давлением. Вот видно, мы здесь скрывали их. Что там затрудняет? Затрудняет нам вот этот вот кабель работы. Телефонный кабель, вот он. Который идет на карьер яровое. Его перерубать нельзя. Идет он, как видите, сантиметров 15-20 от дренажа. На высоте сантиметров где-то 50. Ну и дренаж идет на глубине где-то метров, сантиметров 80. Вот здесь поворот дренажа. И вот он пошел в ту сторону, поселка Мичуринская. Это первое вскрытие трубок в этом году на мелиорации. Техника работали вот только погрузчик Фергюсон и МТЗ. Пока так все скромненько. Но будет погода, будет больше объемов работы. Видно, как корни торчат. Спасибо всем за внимание. Не забываем подписываться на мой канал, на мою группу ВКонтакте, ставить лайки, дизлайки. Всем пока.